1 марта 1942 года войска 50-й армии Западного фронта вели наступательную операцию в направлении Варшавского шоссе. Цель операции – ударить в тыл Йохновской группировки противника. В результате ожесточенных боев через 5 дней город Юхнов Калужской области был освобожден. Командовал операцией генерал-лейтенант Иван Болдин, легендарный военачальник, который в 1941 году сыграл ключевую роль в обороне Тулы. Его именем названа улица в городе Оружейников, а одна из площадей носит имя 50-й армии. До победы оставалось 1165 дней.